Башкортостан вошел в десятку регионов и лидеров по доле многокомнатных квартир в строящихся домах. Так, в новостройках республики 34% приходится на двухкомнатные, 16% на квартиры с тремя и более комнатами. Всего в регионе в строящихся домах 71 тысяча квартир. Такие данные опубликовали в своем исследовании аналитики «Дом РФ». Первую строчку рейтинга занял Пермский край, где в новостройках квартиры с двумя, тремя и более комнатами занимают 65%. В Красноярском крае доля многокомнатного жилья 62%. Замыкает тройку лидеров Москва, где доля таких квартир 57%. Эксперты отмечают, что одним из факторов высокой востребованности многокомнатного жилья в Пермском, Красноярском краях – это высокая доступность новостроек. В этих регионах на среднюю годовую зарплату одного домохозяйства из двух работающих человек можно купить 18-19 квадратных метров жилья при среднем показателе по стране в 15.